У ярмарки идей новое место проведения. Напомним, 18 февраля в Новоуральске состоится долгожданный для инициативных горожан форум «Ярмарка идей». На сегодняшний день на мероприятие зарегистрировалось без малого 100 человек, а это максимум, который можно разместить в ДК УХК. Понимая огромный интерес к событию, организаторами было принято решение перенести его в Дом культуры Новоуральске на Комсомольской, 14. Напомним, что участие в форуме могут принять инициативные горожане, которые хотят изменить мир вокруг себя к лучшему, открыть новый и нужный новоуральцам бизнес, провести праздник для соседей, связать уютные игрушки для недоношенных малышей и многое-многое другое. Нюансы проведения столь ожидаемого в городе события обсуждали накануне в администрации округа. На ярмарке идей также будет много полезной информации о том, как и с кем воплотить свои задумки в жизнь, где найти ресурсы и единомышленников. Также состоится обсуждение и презентация идей участников перед другими сообществами и экспертами, что поможет проверить идею на прочность. Регистрация желающих продолжается. Количество мест ограничено. Напомню, ярмарка идей состоится 18 февраля уже в грядущую субботу в Доме культуры Новоуральске по адресу Комсомольская, 14. Начало в 12 часов.